Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Родина РП, Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте отменить при регистрации. Итак, сегодня будет интересный видосик, связан, как поднять бабла, в принципе. Большое спасибо вам за активность насчет вон той малышки, которая стоит за моей спиной, да. Я про газель говорю, вы очень поддержали видосики с ней, поэтому они будут выходить, еще выйдет, наверное, 3 видео про газель. Я еще не все сделал с ней, что хотел, поэтому ставьте лайки, если хотите, чтобы видосик про газель вышел быстрее. Поэтому погнали, короче, да. Погнали. Итак, как поднять бабла? В принципе, именно идет речь про дом рыбака. Я уже снимал подобное видео, но все изменилось. Почему? Первое. Добавили много еще этих домов. Во-вторых, добавили улучшения. Итак, этих домиков рыбака где-то штук 70. Примерно. Я вот ездил вчера, пытался посчитать, но, блин, их очень много, блядь. Их пиздец много. На самом деле, поэтому я что-то забил хер и до конца не считал. Ну, их примерно 60-70 домов. Было, по-моему, раньше, ну, штучек, наверное, 50. Сейчас добавили еще 17 домов. Поэтому они упали в цене. Теперь можно дом купить, наверное, за лямов 15-20. Поэтому, блин, шансы его купить как бы повысились, потому что их редко кто продавал. Ну а сейчас, думаю, с этим будет, с этим не будет проблем, короче, потому что их добавили больше. Я свой дом покупал 30 миллионов, конечно же, мне обидно то, что мой дом упал в цене. Как бы да. Поэтому сейчас я вам расскажу все, как надо делать, чтобы поднять бабла. Смотрите. Вот, нужно садить вот что, сомы, вот, можно посадить 2 сома, и можно посадить 2 черепахи. Извиняюсь, что, блядь, я сейчас туплю жестко, потому что я только проснулся, сейчас 9 утра, поэтому, пацаны, извиняюсь, я просто сразу решил записать видосик, потому что я вчера хотел записать, но сервак, блядь, был забитый, а сейчас, блядь, 9 утра, ладно, 300 человек тоже нормально. Короче, вот, 3 черепахи, 2 сома. Чтобы садить 2 черепахи, 2 сома, вам нужно купить улучшение. Его можно купить вот здесь. ММ. По-моему, настройки персонажа. Нет, не здесь. Так, ММ. Навыки персонажа. А вот, действие персонажа, улучшение. Вот. Здесь вы должны купить улучшение рыбовод. Что оно вам дает? Вы сможете выращивать на 25% больше рыбы. Тем самым вы можете теперь выращивать 2 сома. И можете выращивать 3 черепахи. Это очень круто. Давайте все-таки их соберем теперь, этих 2 сома и 3 черепахи. Так, мы собрали сомов, теперь осталось собрать черепах. Черепах мы можем только взять 2 черепахи, короче. 3 к нам не вместится, к сожалению. Но потом мы за ней беремся просто и все. Как бы в этом страшного ничего нету. Поэтому просто собираем, потом за последней черепахой приедем и продадим ее тоже. Ага, видите, мне уже не лезет даже вторая черепаха. Мы должны продать товар на рынке. Окей, поехали. Сейчас продадим. Продадим, получается, 2 сома и 1 черепаху. Потом приедем, заберем 2 черепахи. Ну и также их, в принципе, продадим. На чем бы поехать? Давайте, наверное, полицейскую тачку возьмем. Сегодня газель не будем трогать. А в следующих сериях, пацаны, уже начнется прям хорошо. Реально начнется хорошо, поэтому ставьте лайки. Следующая серия будет очень крутая. Дам вам немного спойлера такого небольшого, что это будет связано с тюнингом. Поэтому обязательно ставьте лайки и ждите новых серий про газель. Так, вот мы подъезжаем к продаже, в принципе. Ну, мы сейчас получим, не знаю, честно, сколько. Но сейчас посмотрим. Я так посчитал, пацаны, за неделю, если активно заниматься этим, то есть каждый день продавать рыбу, то можно заработать спокойно 2 миллиона. Да, пацаны, если в день 300 тысяч, посчитайте сами. Ну да, 270, 300 тысяч, как бы 2 миллиона можно за неделю заработать спокойно, это очень круто.
Так, давайте выбираем. Вот, сом. В принципе, так, 79 тысяч. Нормально. Так, и теперь продаем одну черепаху. Черепаха. 129 тысяч за одну черепаху, пацаны. А у нас еще их две, чтобы понимали, блин. Поэтому это очень крутая тема. Всем советую, у кого есть бабки, реально. Если у вас даже нету машины, но у вас есть там около 15-20 миллионов, чтобы купить дом, покупайте, блин. Вы за месяц просто его купите. Если будете, конечно же, заниматься, не как я, блядь. Я вот редко, блядь, занимаюсь этим, но... Я вот понял, что можно реально бабки рубить, поэтому я сейчас скачаю бабки, потому что на газель нужны бабки. Да. На газель нужны бабки. Так, рыба. Ага. Давайте купим. Вот можно покупать, пацаны, по 10 штук. Советую вам сразу покупать 10 сомов и 10 черепах. Зачем? Чтобы... Короче... Так, что-то не могу я купить. Алло. Так. Чтобы потом не ездить, чтобы вы зашли, сразу забрали и посадили. Чтобы вот так вы и делали, короче. Поэтому советую всем сразу покупать по 10 штук. По 10 черепах, по 10 сомов. Самые выгодные, пацаны, это сомы и черепахи. Садите только 2 сома и 2, и 3 черепахи. Реально, остальное можете даже не трогать. Реально, остальное можете даже не трогать. Вот, тем более сомы и черепаха, они почти одинаково растут, ну... Черепаха, конечно, чуть дольше, но все же, блин, сразу вы сможете продать все, как бы, и получить много бабок. Поэтому покупайте сомов и черепах. Остальное можете не трогать. Вот, я акулу выращивал, полная хуйня, берите только сома и черепаху. Так, еще купим 3 черепахи, все, теперь можно ехать продавать остальных черепах. Кстати, забыл сказать, вот, улучшение, вот, рыбовод стоит всего лишь 200 тысяч. Это не так уж и много. Но всем советую его купить. Как бы я купил, и я не пожалел, потому что, видите, я теперь могу... Раньше я мог только 3 черепахи выращивать, теперь могу 2 сома и 3 черепахи, как бы, еще больше денег. Поэтому реально всем советую купить это улучшение. Не жалейте на него денег, как бы. Это реально стоящая вещь, которую реально лучше купить. И вот смотрите, так, что я стою. За неделю мы получаем 2 миллиона. А за месяц получается 8 миллионов, пацаны. Это очень круто, блин. Это реально очень круто. Тем более добавили улучшение. Как я сейчас покажу, какое улучшение. Так, вот, сейчас, ММ. Здесь и персонаж. Улучшение. Вот, добавили улучшение. Риэлтор. Что это может риэлтор? Вы сможете покупать до 3 домов. То есть, если вы купите 3 дома рыбака, если вы такой мажор, можете себе это позволить, покупайте 3 дома рыбака, в 3 этих домах садите эту рыбу, и вы получаете в неделю 6 миллионов, пацаны. А в месяц вы получаете 20 миллионов. Блять, это очень круто на самом деле. Вы просто в месяц получаете 20 миллионов. Если у вас будет 3 дома рыбака. Я вроде правильно посчитал. 6 и 6, ну, 12 и 6... А, не, 18 миллионов. Стоп, это я что-то, блядь, туплю. 18 миллионов вы будете получать в месяц с 3 домов. Блин, это очень круто, серьезно. Вы реально окупитесь, ну, за 3 месяца вы откупитесь. Вы окупите покупку этих домов. А потом уже будет у вас чистая прибыль. Блин, это очень круто. Это реально очень круто. Сейчас я буду активно заниматься этой рыбой, потому что... Газель у нас, пацаны, будет ненадолго, я в следующей серии расскажу, почему, куда она денется, блядь, ебаная вода. Сейчас мы утонем, походу. Блядь, давайте ее пропустим нахрен и все. Так, включаем нитро, блядь. Гонка, блядь, с водой просто. Все, погнали, сейчас заберем еще 2 черепах. Так, вот мы приехали, вот газелька стоит, блин, какая она классная. Так, все, берем. Забираем сейчас черепах. И едем их продавать. Так, все, я их собрал. Теперь нужно посадить новое, чтобы оно росло. Поэтому пишем set play 3. Это у нас сомы. У нас сомы, в принципе. Так, давайте посадим. Так, вы загнали рыбу слишком глубоко. Хорошо. Так, есть. Один сом есть. Так, идем дальше.
Так. И вот так вот. Так, второй сом есть. Теперь садим черепах. Это вообще легко на самом деле, если боитесь, что вы не сможете вот так посадить, это вообще легко. Так, вот. Так. Тем более вам подсказки пишутся, в принципе. Я просто реально на глаз всегда делаю. Так, сюда. Сюда. Все, посадили. Так. Дальше. Все. И последняя черепашка у нас на сегодня. Какую мы садим? Так. Все. Вот, 3 черепахи. 700 минут они будут расти. Это чуть больше, чем 10 часов. Даже где-то 11. А вот эти прям рыбки будут расти именно 10 часов. Короче, погнали их продавать. В принципе. И посмотрим, сколько мы за сегодня заработали. Вот, реально, чтобы вы понимали, сколько здесь домов, просто сейчас посмотрите. Так, чуть у меня фары не включаются. Алло, фары. Во. Просто смотрите, сколько этих домов. Вот можете на мини-карту смотреть, либо просто реально их здесь штук 60-70. Серьезно, их очень много. Прям очень много. Прям реально много. Ну, я думаю, вы сами это прекрасно видите, что их много. Видите, их еще добавили, и это пиздец. Раньше они более такие редкие были, их продавали просто очень дорого. Но из-за того, что их продавали очень дорого и добавили новые дома, чтобы они упали в цене. Но я, кстати, не видел, чтобы кто-то еще дом продавал на самом деле. Не знаю, как там на южном округе с этим. На южном округе намного дешевле дома на самом деле. Поэтому, блин, кто играет на южном округе, нужно бомбить, типа, вот, там можно купить за 15, за 10 миллионов, блядь. На центральном округе, пацаны, цены разные. Что на южном цены другие, что на центральном. На центральном всегда цены дороже, поэтому нужно там укорекать в комментариях, что типа, вот, ты пиздишь, блядь, на южном округе у нас не так дорого, блядь. Потому что на южном округе он недавно открылся, грубо говоря, и там не такие цены дорогие. Там всего хватает, а южный, точнее, центральный округ, он уже существует более 2 лет, как бы, и здесь цены реально большие. Поэтому нужно, блядь, кукарекать в комментариях, что типа, вот, блядь, ты пиздишь, блядь, у нас цены, сука, не такие, блядь, на южном округе. На южном округе вы вообще можете купить дома рыбаков еще дешевле, хоть, блядь, за 10 лямов, реально. Поэтому можете и там покупать. Я играю просто на центральном округе, я показываю вам на центральном округе. Но на южном округе все то же самое, поэтому возьмите себе за внимание. Если вы хотите тоже поднять бабла на южном округе, то можете поступить так же. Так, все, мы приехали. И сейчас посмотрим, сколько мы заработаем из 2 черепах. Так, принять и черепаха. 139 тысяч. Блин, а что-то как-то маловато. Нам за 1 черепаху платили больше, на самом деле. Ну ладно, ну в итоге мы заработали примерно 300 тысяч мы и заработали, как бы. Поэтому я вам показал все, рассказал. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, если хотите, чтобы серия про газели вышла еще быстрее. И не забывайте регистрироваться на мой ник. Тем самым вы будете помогать мне, в принципе. Ну и всем пока-пока. She was from the north. She was